и дети. 31 декабря ровно в 12 часов вся планета в едином порыве начинает отсчет Нового года. Каждый верит, что в наступающем году их жизнь непременно изменится к лучшему. И в этом все жители Земли похожи. Отличает их лишь то, как они встречают Новый год. Пример – Бразилия. Многие жители Бразилии никогда не видели снег, не украшали елки, и их устраивает такой Новый год. Но только не нашего героя, потому что в душе он… Хотя, смотрите сами. Рассказать тебе семейную тайну. Какую тайну? Ты маленький,
Очень любил сидеть в холодильнике. Замечательно. Не любил играть в футбол, как все бразильцы. А? Над тобой смеялись в школе за фамилией Матусовской. Угу. Потому что твой отец сибиряк. Чего? С грузинскими корнями еврейского происхождения. Надо же. Иван Абрамович Мимино. Замечательно. Мам, слушай, подожди. А вообще, кем работал мой папа? Твой отец был... твой отец был... Ну, витамин. Летчик. Вот так. Я не хотела тебе раньше рассказывать, потому что не хотела тебя от себя отпускать. Знаешь, мам, я вот так послушал тебя, знаешь, я хочу съездить все-таки в Россию, посмотреть, как они там празднуют этот Новый год. Вот. Посмотреть их традиции, фольклоры, пословицы, поговорки там и прочее. Ладно, ладно, ладно. Фу, не гуньбой. Хорошо, сынок, поезжай. Но помни, Россия опасная страна. Твой отец довезет тебя до места. Хорошо, мам, ладно, все, давай, пока, я запомнил. Да, пока, 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 сынок. Добрые птицы,
приезде к нам или по делам? А я приехал к вам из Бразилии. Собирать пословицы, поговорки, местные обычаи. Так вы по адресу. А, ну. Самый первый главный обычай – сыграть с местными в наперстки. Ага. По 100 рублей. А, ну по 100, так по 100. Бразильские. Садись, приезжий, сейчас сыграем. Ну раз обычай, так обычай. Ладно, давай. Держи. Кручу, верчу, за путочку хочу, за отличное зрение. 100 рублей, премия, да, где ищи. Так, ну, наверное, вот здесь, вот. Не угадал, да. Не проиграл, 100 рублей летит в карман. Ну, летит так летит. Ладно, а знаешь что, наверное, мне уже пора. Мне а может, сыграем еще раз? Не-не-не. Счастье выбьется обязательно. Нет. Чего? Удачи, говорят, улыбнется. Улыбнется, так улыбнется. Демократка?
и просто красавица Снегурочка. Открытие завтра. Хоть пойти на репетицию, что ли, посмотреть, а? Я музыка отдать, ты отдай на кружку бас, ты ей ударь. И все в порядке, если только на площадке. Великолепная пятерка и братарь. Суровый бой ведет рядовая дружина. Мы верим в мужеству отчаянных парней. Она во мне разочаровалась, для нее любовь.
человек из свободной страны выбить на второй родине, а? Простите, я такой неуклюжий. Вы меня простите, я такая невнимательная. Я забыл представиться. Меня зовут Роналдо Матусовский. Вот. Знаете, я приехал из Бразилии вот сыграть фольклор, там пословицы, поговорки. А меня зовут? Я знаю. Я в рекламе прочитал. Вы Снегурочка. Вот. Снегурочка. А вы верите в любовь с первого взгляда? Где среди пампасов бегают песни?
отпущен. Ой, а мне пора, я совсем забыла, меня же ждет девушка. Смотри, вот за теми сугробами мы и ночуем. Пока, увидимся завтра. Хорошо. Снегурочка, пока. Увидимся. Как же я люблю Россию! Это великая страна! Здесь я увидел, встретил свою первую любовь. Снегурочка. В этой каске разводил я краски на разбитом столе.
теперь пришло время переходить к делу. Ты уже знаком с моей племянницей Снегурочкой. А какое дело-то? Я должен раскрыть тебе тайну. Что за тайна? Снегурочка очень сильно влюбилась и хочет замуж, так что поздравляю. Ой, спасибо, спасибо, дядя Ноэль. Для меня это честь большая. Я тебя, конечно, понимаю. Не каждому выпадает такая честь украсть жениха, украсть невесту для жениха, господи. Вот. И доставить ее жениху. Подожди, не понял. Это зачем я у себя должен красить невесту? Товарищ, ты присядь. Слушай, у нас на Кавказе есть обычай. Перед тем, как жениться, невесту нужно украсть. О. Украсть и передать кунакам жениха. А они уже доставят ее к жениху. Странный обычай. А вот, кстати, и они. Что он сказал? Дорогой, он говорит, что он очень рад с тобой познакомиться, что ему нравится твоя прическа, но интересуется, как тебе у нас. Если ты не согласишься, они убьют тебя. Но ты не беспокойся. Самое главное, Снегурочка просила, чтобы это сделал именно ты. Понимаешь? Но раз она сама этого просит... Роналду, дорогой, нет, конечно. Самое главное, все должно выглядеть натурально. Она будет драться, возможно, даже кусаться, кричать. Не поддавайся, все нормально. Этого требует обычай, дорогой. Дикие у вас обычаи.
быть. А ты кого видел? Слушайте, хоть попрощаться-то можно, а? Обычай не позволяет. А ну, катись отсюда колбаской. Дурацкие обычаи. Ой. Мужик, ты кто? Я Дедушка Мороз. И что будем делать? Звони товарищу Сахару. Забраил. А у Джабраил? Да она у нас. То есть не она, он. Ну как, она, он, да. А что? Стюк, он что-то про голову говорил, про маму. В общем, скоро будет. Так где она? Или он, или оно? Показывайте давайте. Вот так. Мужик, ты откуда здесь взялся? Я из сказочного леса. Что же теперь делать? Что мы товарищу Захару скажем? У невесты гормональный всплеск, поэтому у нее борода выросла. Господи, что же делать? Ну где моя невеста? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, покажите мне ее. Здравствуйте, товарищ Захар. Может, мы свадьбу перенесем, а? Какой перенесем? Я хочу видеть ее немедленно. Товарищ Сахар, ну невесту не выяснилось. Все время мешки под глазами, она вообще некрасивая сейчас. Покажите мне ее сейчас же. Да ладно уже, что, покажем ее. Ну что, брать будете? Это она не накрашенная. Это что за шутка такая? Это кто? Товарищ Сахар, мы все исправим, я вам гарантирую. Свадьба будет в срок. Какой свадьба? Свадьбы не будет! Давай мои хорошие, я тебя не видел. Ты меня не видел. А с этим новогодним чудом, что хотите, то и делайте. Товарищ Сахар, ну так, что же делать? Что же теперь делать? Ага, да, точно, я все придумал. Я где-то читал, что они весной впадают в спячку. Мы его увезем в лес, да? Положим под сосну. Он весной проснется и ничего не вспомнит. Отличные мысли вообще. Ой. Надо было на маме слушать. Сейчас бы не вляпался. За меня матушка все просила Бога, все поклоны била, целовала крест. А сыночку выпала, ой, дальняя дорога. Хлопоты бубновые и ковы, и журавль полетит, корабль помоет, а кто меня куда увлечет по белу свету, и где награда для меня, и где засада для меня, гуляй, солдати, ищи отмету, журавль по небу летит. Ой, куда мне деться, дайте оглядеться, спереди застава, сзади западня. Белые, зеленые, золотопогонные, а голова у всех одна, как и путь. Журавль полный, корабль поведет, а кто меня куда влечет по белу свету? И где награда меня, и где засада меня? Гуляй, солдати, ищи ответу.
Стоп! Какой дедушка? Кто кого украли? Мы его, Дедушка Мороза, украли. Мы сегодня с ним вместе приехали сюда, чтобы поздравить детишек с Новым годом, подарки подарить. А я ночью просыпаюсь, ни его, ни его спального мешка. Я думаю, его похитили бандиты. Слушай, подожди, Снегурочка, твой спальный мешок такого же цвета, как и у дедушки? Конечно, мы же его вместе на фабрике Антары сбрали. Да? Забавно. Ну, тогда я знаю, кто похитил твоего дедушку. Кто? Это сделал я. Только, Снегурочка, пожалуйста, не переживай. Нам надо бежать, спасать дедушку, понимаешь? Вот только мы с тобой вдвоем не справимся. Ну а кто же нам сможет помочь спасти дедушку? Спасать дедулю – это обязанность бабули. Точно!
Мишенька, не обижайся на него. Просто его обманули злые бандиты. А я про это узнал и специально поменялся мешками с тобой, чтобы уберечь тебя. Прости его, Снегурочка, он тебя любит. Снегурочка, прости меня, пожалуйста. Ну, раз дедушка говорит, что тебя обманули, тогда прошу. Тем более, что сегодня Старый Новый год. Старый Новый год? А что это за праздник такой? Старый Новый год – это волшебный праздник. Его празднуют только в России. В Старый Новый год люди также собираются за праздничными столами, поздравляют друг друга и дарят подарки. И в Старый Новый год происходят такие волшебные истории, как наша. Ну если у вас Старый Новый год каждый год, я остаюсь жить в России! Это будет самый любимый праздник! Выйду с тобой с опаской.